was two meanings of present perfect. Ну, еще раз, two meanings. Первое, present perfect, условно говоря, one. Это как? Present perfect — это время действия, в котором произошло в прошлом, закончилось, нет указания на время, но есть определенный результат. Your example, please. I have lost my key. Good. Or short form, I've lost my key. I've lost my key. Good. Я разбила чашку. Translate. I've broken my cup. Good. I've broken my cup. And present perfect too, условно. Второе present perfect. Это как? Present perfect too — это время действия, в котором началось в прошлом. Good. И происходит до настоящего, включая его. Nice. Very nice. Включая его. Okay. And your example. I'm learning English for 6 years. I have learned English, not I'm learning. It's a mistake. I have learning English. No, I have learned. I have learned English for 6 years. Good. I have learned English. Please read. I've known my friend for 3 years. I've known my friend for 3 years. Translate. Я знаю своего друга 3 года. Здорово. В настоящем. Но ты правильно сказала. Можно. I have been learning. Не I'm learning. I have been learning English for 5 years. Repeat. I have been learning English for 5 years. Good. Но это мы не проходили. Это present perfect continuous. Чуть-чуть еще осталось, и мы пройдем его. Повторяй. Present perfect continuous. Present perfect continuous. Good. Present perfect continuous. Но мы повторили с тобой present perfect. И тогда здесь будет I have learned English for 5 years. Repeat. I've learned English for 5 years. Это present perfect. I've learned. Как у нас present perfect формула? Не помнишь в самом верху? Какая формула для present perfect? Have has verb 3. Good. Третья колонка, verb 3. Has для каких? Для he, she, it. Nice. Very nice, но... Здесь чуть-чуть вперед забегая, то есть я вот давай отсюда эту формулу скопирую. Окей. Вот это вот. И перенесу ее вот сюда. Это present perfect. Вот сюда. Теперь я беру present perfect continuous. Это почти одно и то же. Потом я тебе расскажу про нюансы. Вот. Это одно и то же. Что это я учу английский 5 лет. Что это я учу английский 5 лет. То же самое. Но формула чуть-чуть другая будет. Не скажешь, формула какая? Verb singulum окончанием. Singulum окончанием. Это для present perfect continuous. А формулировка то же самое, как и для present perfect to. Еще раз, present perfect to. Какая формулировка? Present perfect to. Действие началось. Действие началось в прошлом. Good. И до настоящего момента, включая его. И present perfect continuous то же самое.
Какая формулировка? Как это звучит по-русски? Действие началось. Действие началось. Действие Началось в прошлом. Началось в прошлом. Продолжается до настоящего момента, включая его. То же самое. Продолжается до настоящего момента, включая его. Good. То есть, что это формулировка одинаковая, перевод на русский одинаковый, но есть нюансы. Я потом тебе подскажу эти нюансы. Итак, это какое время? Как оно называется в английском? Present perfect. Good. А это какое время? Как называется? Present perfect continuous. Continuous, потому что ты видишь ing, а раз ing, значит continuous. Значит continuous. Одно и то же объяснение, одна и та же трактовка. Это время, действие в котором началось в прошлом, продолжается до настоящего момента, включая его. Ну, очень здорово, повторили, и тут залезли даже вперед чуть-чуть. Нормально.